В зоне АТО обстрелов сегодня было относительно немного, в основном на Донецком и Приморском направлениях. Ранен один военный. Тем временем боевики укрепляют свои позиции. Все подробности об этом узнаем от Руслана Сміщука. 120-й калібр, тому що, бачите, вирвало більше, набагато більшу яму і повиривало коріння. Позиции на Светлодарской дуге. Напротив, оккупированная Дебальцево. Бои тут ведутся в открытой степи. Военные вражеские обстрелы не терпят. В случае опасности открывают ответный огонь. Бывает, что не то не все просто. Начинается обстрел с БМП. И мы уже начинаем отвечать, потому что идет загроза особому складу. Мы работаем там ДШК, не ДШК, БМП, не БМП. Ну и работаем максимально на уничтожение позиций. Не трачу много БК. Нам показывают последствия недавнего минометного обстрела. Мины падали очень кучно. Вы решили проверить, как мы спим, чем сильнее у нас сон и вообще, насколько мы готовы до такой години, 4 години ранку. Ну, после обстрела было, нами было повідомлено наше высшее командование, и им была дана відповідь с такой же адекватной зброї. После этого они не обстрелили уже більше нас. А еще боевики постоянно укрепляют оборону. Открыто все там устраиваются, копают, ведут все спокойно. Оборудуют, в основном блиндажи строят, такие вот, ну, с бойницами, укрытые позиции, перекрытые щели. Докапываются, вот переднюю линию там укрепляют хорошо. До самой ближайшей 1200, ну, а так до 1,5-2 километра. Кроме того, противник почти каждый день использует беспилотники. Сразу по 3-4 единицы. Как будто бы к чему-то готовится. Руслан Сміщук, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телеканал «Интер».